Запеченные перцы с моцареллой. Перцы разрезать вдоль, очистить от семян и смазать растительным маслом. Лук и чеснок мелко порубить, обжарить на сковороде, добавить фарш, посолить, поперчить и держать на плите до полуготовности. Кукурузу добавить в фарш. Хорошо перемешать. Получившуюся начинку выложить в перцы. Отправить перцы в разогретую духовку на 20 минут. За несколько минут до готовности выложить сверху моцареллу и готовый чесночно-сырный соус. Приятного аппетита!